Это мы проезжали мимо. Проезжали мимо и видели дом тут за 5 миллионов долларов. Всего лишь. И мы решили остановиться и посмотреть. В общем, конечно. И значит, конечно, красивый дом, очень большая площадь, но смотрите, даже построили специальный домик для детей. Единственное, что, конечно, этот факт, что 5 миллионов долларов, это немножко. Yeah, very cool. Dad, look, you can change the chain. Oh my god, you're right, yes. Короче, вот так это все выглядит. Мне кажется, самая лучшая часть дома — это этот бассейн и этот вид. Тут можно просто сесть и почитать какую-нибудь газету, «Комсомольская правда» или еще что-нибудь такое.